Жулик от правящей партии – это не жулик. А как хороший губернатор от другой партии надо свалить, оклеветать, ошельмовать. Но это уже не пройдет. Для ЛДПР теперь праздник 11 июля, когда Хабаровск вышел на мирную демонстрацию и показал силу сплочения, солидарность граждан России за то, чтобы их не нагибали, наручники не одевали и учитывали их мнение. Мы, ЛДПР, все это будем защищать. Ну вот у нас с вами Хабаровск. У каждой партии есть устав, утвержденный в Минюсте. Не у всех есть свой флаг или знамя. Гимн практически только у ЛДПР. А теперь мы вводим, как обязательный атрибут, приветствие членов ЛДПР. Учитывая ситуацию в Хабаровске, мы решили это слово взять на, как приветствие. Вот так вот. Хабаровск. Хабаровск. Это будет стимулировать, мобилизовывать и объединять всех членов партии по всей стране. Это вот 11 июля, когда жители Хабаровска без всякой команды сами вышли и без единого нарушения просто прошлись по центральным улицам города. И Комсомольск-на-Амуре, и другие города. Вот образец высокой культуры. Польша. Вот две партии и два равных кандидата. Все. Пока не перейдем к этому, будет Хабаровск, будут бульвары, будут дубинки, будет коррупция. Коррупцию не победить при одной партии. Царя погубила однопартийная система, только он. Советскую власть, только КПСС. И сегодня, пока везде господствует Единая Россия, почему в Хабаровске конфликт? От другой партии. Был, там был этот шпорт. Сколько он наворовал в свое время? Ничего, нормально все. Наш. Ворует, но он наш. Там жители так говорят. Я не знаю его личное дело. Был там какой-то авиационный завод. То есть жулик от правящей партии – это не жулик. А как хороший губернатор от другой партии надо свалить, оклеветать, ошельмовать. Но это уже не пройдет. Уже никто не может закрыть интернет, «Дождь», «Эхо Москвы» и все другие каналы. Поэтому все мы за свободу. Для ЛДПР теперь праздник 11 июля, когда Хабаровск вышел на мирную демонстрацию и показал силу сплочения, солидарность граждан России за то, чтобы их не нагибали, наручники не одевали и учитывали их мнение. Мы, ЛДПР, все это будем защищать. Все. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.